опять замечен. Сигалетком. Ничто такие рожки по высоте. Все напугал их, в общем, сейчас справа еще ездит. Ветра нету. Попробую полем стерней пройти, может, не услышат. Поглядеть хотя бы сдалека. Еще мама с двумя сигалетками. Два лебедя. Там два журавля на дальнем плане. Ходят. Вот перешел вправо. Тут неплохая такая группка движется. На приближении плохо видно уже. Дело к сумеркам. Может, на поле будут выходить сейчас. Попробую еще вперед пройти и позицию занять. А то сижу сейчас на открытом. Там он лежит. И где-то еще за березами, там вправо еще два. Может, поближе подойдут. Кослик вот этот молодой лежал. Ветер как-то сейчас начинает порывами дуть. И, возможно, меня почуял. А, возможно, нет. Смотрит чуть-чуть мимо меня. Так, эти смотрят в другую сторону. Эти насторожились. Понятно. Этот так паникер, панику тут и наводит, крутится на месте. Понять ничего не может. Это по ветру пытается что-то уловить, сейчас тоже стоят. Мне кажется, дымом пахнет. Непонятно. Эти, которые шли, натрескались, легли отдыхать. Я думал, все-таки пойдут в поле ближе. Мне по капюшону все постоянно кто-то с деревьев сыпется. Похоже, клещи. Вот этот такой ничто.
размером рогатый некрасивый. Скажем так, на любителя. Вот козочка. Позаигрывать хотела, но не время, он говорит. Вот это, наверное, хорошая коза. Приняли решение все-таки сваливать по-тихому. Еще две козы. Как-то напряженка с рогачами. Это и живот, наверное, мешает не лечь нормально. Так, ну где этот живет, я проследил. Все с ним понятно. Вот так вот тут как-то. Все, козлик принял решение опять ложиться. Ладно, в общем, с этого угла интересного ничего не происходит. Сейчас еще посижу, погляжу и, наверное, в сторону дома буду выдвигаться тогда. В следующий раз другую позицию займем. Козлики сами ко мне бегут. Меня увидели. Свернули. Пешеход какой-то тоже, видимо, ходит. У этих любовь.